Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос, добро пожаловать в Mortal Kombat 9, и сегодня мы пройдем эту замечательную игру за Рейдена на максимальном уровне сложности, и для большего интереса выберем ему другой костюм. Друзья, если вам нравится мое творчество, вы можете очень легко и просто его поддержать, а именно, посмотрите это видео полностью, это мне очень сильно поможет. Ну, это же касается и всех других роликов, конечно же. Итак, мы рассмотрим его приемы, мы рассмотрим его фаталити по возможности. Первый противник Кана, здесь никаких, значит, стейдж фаталити нет. По возможности, может быть, даже бабалити сделаем Кану. Но сначала посмотрим приемчики. Значит, ну, конечно же, телепорт. Телепорт Рейдена очень хорош в этой игре. Молния, усиленная молния в две стороны. И, конечно же, полет с неразборчивым каким-то возгласом, который, к сожалению, Кана заблокировал. Так. Попробуем комбинации какие-то поделать. А, ну он блокирует, видишь? Я специально не ставлю блок. Вроде как это условие для выполнения бабалити. И вот такой, простейшее комбо. Да? Вообще простейшее. У него даже телепорт усиливается, господа. Воу. Так. На. Какой же это один из лучших телепортов, мне кажется, вообще в принципе. Правда, я сейчас рискую проиграть. Очень сильно рискую. Вы, наверное, спросите, а почему я постоянно прыгаю? Это довольно эффективная... эффективный способ прохождения. Ух ты. Ну-ка. О, как это было красиво, да? О, а. Так, так, вот сейчас не надо проигрывать. Не надо. Так, смотрим. Как делается бабалити? Блок я не ставил всю игру. Бабалити. На расстоянии прыжка делается. Вниз, назад, вниз, 4. Такой вот бабалити. И следующий противник будет Соня Блейд. Здесь уже есть стейдж фаталити с машиной. Да, и я не сказал о костюме. Этот костюм немного напоминает злого Рейдена из МКХ. Ну как немного, сильно? Сильно напоминает. Так, ну тут я могу уже блок ставить. Воу-воу-воу, типа. Оп-оп-оп-оп. У него довольно прикольный комбо. Да, кстати, вот у него все-таки есть это. Электрошок. Он делается прямо в комбинации и ее, по сути, улучшает. Давай молнию сделаем просто и все. Такую. Чтобы точно не увернулась. Этот персонаж очень хорош против зонеров. Очень, очень. Посмотри, что делает. Вау. Но я смотрю, я не попадаю этим приемом, да?
Есть еще, кстати, вот такое. Это против прыжков прием. Хм. Ну-ка. Я просто жду, когда она откроется для удара. Не открывается. Ты посмотри, а какая хитрая. На. О, поймал. Так, как делается Stage Fatality? Смотрим. Stage Fatality это... Три раза вниз. Два. Раз, два, три, два. Ну, два это сильный удар рукой, если что. Четыре это сильный удар ногой. Один это легкий удар рукой. И три это легкий удар ногой. Ну, это чтобы вы понимали управление, да. Его принято называть цифрами. Так, здесь тоже Stage Fatality есть. Довольно такое страшное, жестокое. Против Смоука играем. Один из самых крутых персонажей. И я очень рад, что он вернется в... Тут, смотри. Что он вернется в этот. В МК-1. Как же броски, кстати? Мы на броски Рейдена даже не посмотрели. О, вот так. Иди сюда. Ну и молнию ему. Ну, естественно. Сам себя запутал Смоук своими этими телепортами. Мы, кстати, сейчас вот только что на заднем фоне видели, по сути, фаталку. Ну, Stage Fatality. Ну-ка. А, только я блок отпустил, да? Хм, посмотри, а. Но ведь у Рейдена же есть... Вот такая фигня. Типа это там комбо с оверхедом. А, он не дал мне нормально позвонить. Что-то он как-то смог разошелся, вам не кажется? О, в смысле, он отлежался. Так нечестно. А, оно так не работает, это комбо, да? Ты посмотри. Что делает? Ну давай, сделай это, давай. Ну-ну-ну. Ай, мне здоровья не хватило. Надо аккуратнее, он сейчас может этот фейтл, X-Ray сделать. Такой фейтл, тут нет такого. Ага, поймал тебя. Даже не думай. Оп. Ты посмотри. Это, кстати, в комбо можно делать. Да, не попасть по нему даже. Ага, открылся. Раз, два, три, два. Все. Видели, да, как сейчас Рейден немножечко назад телепортировала? Кстати, Рейденом очень-очень удобно играть против Шаукана, потому что любое действие Шаукана приводит к тому, что Рейден телепортируется ему за спину и наказывает его. Так, Страйкер следующий. Вы вообще как, по этому персонажу соскучились? Мы все знаем, что в МК-1 он будет, но в качестве камео, как минимум. О-о-о, нифига. Офигеть. Так тоже, да, не работает? Я понял.
Да. А это он блокирует. Ну, конечно, он это блокирует. Он же хитрый. Опа. Такая ситуация в этом матче уже была. Ну все, уже здоровья нет блокировать. Ничего он не сделает. Так. О, а почему я не смог его бросить? Так, а теперь фаталки смотрим, господа. Так, вниз, вниз. Что тут? На расстоянии прыжка. Вниз, вперед, вниз, вперед. Один. Угу. Ну, чуть дальше подножки. Жестко. Но в этом костюме Рейден вообще зловеще смотрится. Куан Чи, следующий персонаж. У него здесь есть ловушка в виде усиленных таких магических всплесков. Вниз-назад один, по-моему. И он может просто, ну, по сути, не дать выйти из этой ловушки, этот Куан. Именно в этом его сила и заключается. Ага. А, это еще можно, можно еще и комбинировать. Неплохо, да? Ух. Он тут вообще мастерски запутывает. То по голове бьет, то по ногам Куан. Вот, вот видели? Это низ оверхед был сейчас только что. Наказан, наказан. Оу. Заметили? В отличие от предыдущих противников, он особо полет не блокирует. Значит, что значит это? Что это означает? Что мы будем делать полет? Вы это видели? Он телепортировался, и я не смог ему полет сделать. То есть... А как так игра работает, интересно? Я вообще не знал об этом. Я в первый раз такое вижу, если честно. Я с этой игрой знаком миллион лет. Миллион лет. Подожди. Когда я нажимаю молнию, он делает телепорт. Я правильно понял? Или когда я нажимаю вниз-назад? Да. Я нажимаю вниз-назад? И он делает телепорт. Ну-ка. Давай, сделай телепорт. Но на таком расстоянии он его не делает. Ну не надо. Давай, телепорт. Раз, два, три, два. Stage fatality. Офигеть. Подобная фаталка, кстати, показана в МК-1. У Гераса. Похоже немного. А теперь сражение с гостевым персонажем Фредди Крюгером. И он тут считается довольно сильным. Он и в ближнем бою сильный, и очень мощно зонит. Это жесткий персонаж. Один из сильнейших в этой игре. Ну, он уже пытался там что-то сделать. Так, обрушим на него мощь. Молнией. Ну, из угла надо выходить. Можно в прыжке, кстати, делать вот такой полет. Видишь? Удобно. А, ну так комбить нельзя. Тихо. Ха, давно бросков не делали. Непорядок, на? Исправляемся.
Угу. То есть это медленно слишком, да, я так понял? О-о-о-о-оу. Ну, очень красиво выглядит. Типа, 1-2, 1-2. Полет. 1-2, 1... О-о-о. Капля попала зеленая. Тихо. Все. Ловушка, ловушка, ребята. Он не понимает, что делать. Нифига себе. Вот, вот, вот. Вам, кстати, не напоминает JP из Street Fighter то, как зонит Фредди Крюгер? Капец, как похоже. Прям очень сильно. Во-во, видели? Ура! Получил. Молнии по лицу. Так, вторая фаталка. Смотрим вторую фаталку. На расстоянии подножки. Ну, это почти вблизи. Почти вплотную. Назад, вперед. Вперед, вниз. 4. Назад, вперед. Вперед, вниз. 4. А, так это вплотную делается фаталка. Потому что, когда нажимаешь вперед-вперед, то, по сути, персонаж делает рывок. О, вот, кстати, вот это вот изображение, возможно, на превьюшку пойдет. Жесткое такое. С молниями и с красными глазами. Что здесь? Здесь нет Stage Fatality, нет... ну, две фаталки уже были показаны, Stage Fatality тут нет. А чтобы сделать бабалити, надо блок не ставить. Если Liu Kang даст такое сделать вообще... А он, похоже, не даст такого сделать. Видите, он жесткий. Похоже, мне тут придется блок ставить. Воу. А, ты смотри. Тихо. А, посмотри, кажется, это работает. Да-да-да, смотри. Я нашел тактику, ребята. Я нашел тактику. А, я нажал кнопку блока только что. А ее вроде бы нажимать-то нельзя. Тогда мне нужно проиграть. Мне нужно один раунд проиграть, потому что я кнопку блока нажал. Пусть тогда меня в этом раунде Liu Kang победит. Я немножечко ему поддамся. Давай. Все, я просто, знаете что? Я нажал кнопку усиления. А по сути, кнопка усиления, это же блок и есть. Оу! Да ладно. Не надо. Как же долго он восстанавливается. Посмотри. Давай. Ага. Все. Не понимает, что делать. Все. Так, бабалка получается. Раз блока не было. Как? Вниз. Назад, вниз. 4, да? Не получился у него прием. И, наконец, Шан Цунг. А потом полубосс Гора с более крутым рыком, чем у Кентара. Так, Шан Цунг. На Шан Цунге фаталити выполняются. Но я думаю, что... А, я не знаю, получится у меня
блок не ставить. Вот такая тактика, друзья. И кажется, она работает. Видите? А раз работает, то надо вот так вот играть. Ой, он... Слушайте, он... Он душу забрал. Так. Он начинается. Да, работает. Работает. Если во втором раунде по такой тактике я смогу его обыграть, то бабалить я и шансунгу сделаю. Жесть. А, посмотри, он третий удар пропускает. О, не надо. Это больно. Подловил меня же. На моем же. А я почти победил его. Он меня подловил на моем же телепорте. Даже не думай. Угловой прессинг. Что? Опять забрал душу. Чего? Так, все, зажимаю. На. Без блока его обыграл. Только в итоге... Только в итоге в Абалите это получилось не Шансунгу, а Сектору. Потому что он обратно не превратился. Он обратно в себя-то не превратился. Так, сейчас другая тактика уже будет. Сейчас телепорты, тактика телепортов. Как только Гора делает какое-то движение, мы его за это наказываем. Стандартные комбинации. Поехали. Давай. О, ну и все, попался. Так. Теперь в другой угол, сейчас полетишь. Вау. А это же не блок... Это не блокируется же. Тихо. Главное следить за тем, что он делает. О, вот так вот ему. Ага. Красиво, да? Я увернулся. Вот так, наказание. Я думаю, с Шаоканом должно быть еще попроще. А может и посложнее. Наказываем. Немного молнии ему. А, перебивает, разумеется. Опасно. Но? На тебе. В наказание. Так. Лови. А, вы видели? Это из-за брони. Так, ну-ка прекращай это. Но ему фаталку делать нельзя. Как и Шаокану. Итак, последний противник Шаокан. Слушайте, пока ни разу не проиграл. Thunder take you. Аккуратно. Очень аккуратно играем. Так, попался. Опа, промахнулся.
опасно. Хм. Прикольная тактика, да? А по-моему, электрошок должен работать, если правильно кнопки нажимать. А, нет, смотрю, не работает. Не ловит его. Да, не ловит. Наказываем. Ой-ой-ой. А он блок поставил, но у него здоровья не хватило. Если бы он мне X-Ray сейчас сделал, он бы меня просто бы разорвал. А он может в любой момент сделать X-Ray. Воу. А ну иди сюда. Ой-ой-ой. Сам же в угол. Ой, это же не блокируется. Ты что, смеешься? Вот копье у него быстрое очень. Так, усиленный, давай, еще двойную молнию лови. Оу. Вот так, и молнию еще. На. Если его молнией закидаю, а нет. Не надо. На. Смешно ему. А если молнией в глаз? Все, ребята, без поражений. Пройдено на эксперте. А некоторые матчи еще без блока. And Raiden is but one being. He recruited four warriors, one for each direction of the wind, and divided his soul, placing one part in each of them. Through these new heroes, Raiden can combat the forces of darkness in four places at once. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы этот ролик посмотрели полностью. Если да, то огромное вам за это спасибо. Ну и также ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем хорошего настроения. Всем пока.